Здравствуйте все, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы собрались опять на пикник. 6 октября. На прошлой неделе мы были на шашлыках, а на этой мы решили пикник в другой парк. Потому что очень хорошая погода, мы воспользовались этим днем до плюс 30. Предлагаю вам, утром я снимала немножко, как я собиралась на пикник, посмотрите. Благодарю всех за подписку. Приятного просмотра. Вот так вот, сейчас 6:15, я уже приготовила лаваши. Сейчас заверну, положу их на противень и в духовку минут смажу яйцом. И минут, наверное, на 15-180 градусов. Вот это вот все приготовлю к пикнику. Быстренько поставила прокипятить немножко варенье с нектарина. Вчера приятельница угостила, она торгует на ярмарке. Вот. Приготовила я, все сложила на противень, смазала яйцом и посыпала кунжутом. Кунжута довольно щедро, мне нравится. И сейчас в духовку. Еще вот дня 4 назад я делала, жарила блинчики с творогом и с изюмом. И сейчас они были в морозилке. Я их достала вчера вечером, разморозила, ну, в холодильник положила, они разморозились. И сейчас их поджарю на сковородочке, и вот еще будет на пикничок. Сварили компот с яблок и малины. И вот так вот. Вот компот сварили. Варенье уже проварила, отставила. Очень вкусный. Сделала соус. Думаю, он называется тартар. Сметана, чесночка немножко и огурчик на терочку соленый, бочковой. Вот так обжарила блинчики. Еще там еще обжариваются. Очень аппетитные, вкусные. Лавашики готовы. То есть сосиска с лавашом. 17 минут, 180 градусов, 17 минут выпекались. Красота и вкуснота. Пока у меня поджариваются блины, муж делает нам яичницу. Потому что у нас встреча к 8 часам. Мы еще успеем позавтракать, пока доедем на пикник. Кроме соуса, мы берем еще овощи. Немножко огурчиков, помидорчиков порежем с лавашами, с сарделькой. Вот такая красота. В парке очень тихо. Люди есть, только те, которые спортивные, бегают там вокруг по дорожкам. А так очень тихо. Пока очень мало людей и красота. Такая тишина, благодать.
потому что там 500 рублей в час. Ну вот, дорогие мои подписчики, гости канала, такой вот ролик получился, позитивный. Я всем желаю добра, мира, любви и здоровья. До новых встреч. Всего хорошего, до свидания.